Уважаемые выпускники, во время единого государственного экзамена важно соблюдать определенные правила. Во время экзамена запрещается разговаривать. Что в 10-м? Во время экзамена запрещается вставать с места. Ребят, смотрите, там НЛО! Во время экзамена запрещается пересаживаться. Здравствуй, красавица. Что делаешь после экзамена? Совершать обмен любыми материалами и предметами. Слушай, мне 13-й вариант попался. Давай поменяемся, а? Спасибо. Использовать мобильные телефоны. Ой, я забыла, нужно селфи. Типа я на ЕГЭ. Извините, пожалуйста. Использовать справочные материалы, кроме разрешенных. Моя прелесть. Ходить по пункту проведения экзамена во время ЕГЭ без сопровождения. У меня ноги затекли. Уважаемые выпускники, несоблюдение этих правил может привести к аннулированию результатов экзамена без права пересдачи в текущем году.